Через сколько дней или недель после ковида можно сдавать кровь на иммунограмму для ЭКО? Можно ли потом проконсультироваться онлайн? Конечно, можно проконсультироваться, но я бы выждал минимум 2 месяца, потому что сам по себе вот ковидная инфекция, она модулирует иммунный ответ. И как-то раньше я на это обращал немного внимания, но вот когда сейчас уже в последние месяцы прошло достаточно большое количество пациентов, которые сдавали анализ иммунограммы после ковида, я четко совершенно вижу, что показатели иммунограммы могут меняться и создавать ложное впечатление о том, что есть риски, когда этих рисков может не быть. Поэтому я бы рекомендовал бы все-таки подождать. Но если нет такой спешки, можно отложить на 2 месяца, просто для того, чтобы организм восстановился, я бы рекомендовал бы сделать через 2 месяца.